Привет, Донецк на связи. Сейчас я вам сделаю обзор гуманитарной помощи для жителей Донбасса прифронтовых районов. Выдается вот такой набор, гуманитарная помощь не для продажи. Первая коробка и вторая, давайте с нераспакованной. Женские прокладки, написано что-то на арабском. Дальше здесь список, что находится в этой коробке. Мыло для рук, либо шампунь. Нет, шампунь, скорее всего, что. Видите, чувачок моется. Дальше. Туалетная бумага, лезвия, станки. Это зубная паста, тоже написано не на нашем. Русского языка я не вижу. Дальше идет две упаковки мыла, тоже на зарубежном языке. Что у нас еще? Зубная щетка. И стиральный порошок, скорее всего, да. Вот стиральный порошок. В общем, это первый пакет. Теперь сейчас я вам открою коробку. Вот список. Кому интересно, можете нажать на паузу и прочитать, что здесь написано. Сейчас мы откроем все. Скотчем замотано. Есть. Есть. И вот эту сейчас штуковину разрежем, потому что обычный ключ ее не возьмет. Достанем швейцарский нож и вот здесь вот так разрежем. Так, что мы имеем здесь в этой коробке? Это у нас макаронные изделия. Две упаковки. Давайте сюда буду складывать. Мука. Рис. Дальше идут консервы. Это сардины. Две. Четыре. Дрожжи. Сюда. Сахар. 1 килограмм. Видите, все по пакетам. Это чай на развес. Масло подсолнечное. 2 штуки. 1, 2, 4 упаковки еще муки. То есть, соответственно, 5 упаковок. Соль. И еще макароны. 2 пачки гречки. Поскольку здесь по килограмму. И 2 банки тушенки. Говядина, тушеная, высший сорт. Вот такая распаковка сегодня. Если вам нравятся такие видео, не забывайте поставить лайк. Автору будет приятно.